Всем привет, ребят. Ну что, решил сегодня записать вам обзорчик на следующего героя, который у меня там есть из практически всех. Как видите, я пару дней не играл, кубки я не фармлю, пока 4400. Сегодня мы сделаем обзор на такого вот героя Поко. Чем он хорош? Это хиллер, плюс наносит относительно неплохой урон. У меня есть дополнительно на него уже открыта звездная сила, Star Power называется она, которая дополнительно хилит от, ну, скажем так, урона юзания скилла 400 единиц здоровья дружественным героям. Это реально очень круто. Плюс у него максимальный отхил еще 2576. То есть я отхиливаю своих друзей очень-очень неплохо. Поехали, покажу вам его. Герой очень такой простой, скажем так. Можно просто на автопроке тупо бегать, играть. Я опять же записываю вам с Нокса. Мне немножко неудобно. Как видите, урон 924 выскакивает. Вот смотрите на моего, ну не убегаем, вот раз плюс 400 сделал, еще раз плюс 400, еще ударил, то есть варианты вот этого зафиячили. Давай, 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 вот есть, отлично. Вот подхилился, то есть такого вот плана герой реально очень-очень кайфовый. Сейчас меня тут зафиячат. Да, заигрался. В общем, такого плана герой действительно очень-очень хорош. Особенно, что у меня как-то коряво бегает. В таких вот локациях. Ой, отлично. Видите, как я себя спас. Ай-яй-яй, чуть-чуть мне не хватило, чуть-чуть, блин. Эх. Отлично, красавчики убили, ну. Ой, он хорошо забежал, кстати, удачненько. Блин, ну запарили уже с этими мега-скиллами своими. Отлично, убегай от него, убегай, 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 я подхилю. Так, ну что у них 10, пока мы бегали тут, развлекались. Блин, ну все, меня сейчас тут сорвет. В общем, вот так вот, забегался, заигрался, засмотрелся. То есть такого плана герой, он действительно крутой везде. В любой локации, конечно, он с Пэм, не знаю, наверное, не сравнится, потому что Пэм поинтересней будет. Но, мне кажется, он все-таки более универсальный. Я им не часто играю, как видите, я не набиваю. Я изначально им начал там играть немножко, так его и оставил. Но именно вот в захвате здесь он вот против нас Пэм, посмотрите, массовый урон. Подхилил своих, плюс 400 сделал, то есть в этом плане нереально он крутой. Там, конечно, по-своему хороша, она хилит, если на десятке, она вообще с каждого урона, ну то есть с каждой пульки хилит. Если так, он все-таки, наверное, более интересный. Вот видите, какой подхил. Ой, отлично. И себя хилит, и других. Так, опять заигрался.
Что ты меня так долбишь сильно? Так, убегаем, убегаем, убегаем. Вот так вот. То есть второй бой я уже затащил. Ну, все, конечно, зависит рандомно от команды, в которую вы играете. Это рандомчик. Так, не буду я пока видосик снимаю вам. Так, окей. Тут показал, поехали куда. Ну, здесь на захват звезд, убийство, я не знаю. Он, конечно, крутой, если, конечно, команда будет бегать все вместе. Но видите, тут и Динамайк есть, и Бо, и реально сложновато будет. Ну, одного убил. Ну, как видите, чарка. Ну, все зависит, опять же, от команды. Динамайк просто в кустах сидит, сволочь, и расстреливает. Ну, мне больше тут тоже нравится такими играть дальниками. Иди сюда. Ну, тут надо, чтобы все вместе бегали. Тут однозначно мы сорвемся. Тут мне очень хорошо босс зашел. Вот смотрите, что они делают. Просто нереально. Ой-ой-ой, красавчики. Если я, конечно, тут сольюсь. В общем, такого вот плана, ребят, герой. Все, меня слили. Ну, не знаю, пассивка вроде с одной стороны их хороша, а с другой стороны, четыреста всего лишь от хила маловато как-то будет. То есть вот так вот. Мне еще, конечно, не особо удобно играть с компьютера, но в принципе относительно герой очень-очень неплох. Давайте поехали в Бравл Бол, смысла нету, поехали в ШДшку соло. Здесь тоже он, кстати, очень неплох, если быстро им набить немножко скилла себе. Так, вот тут меня сейчас, наверное, он просто ушатает. Так, минус один, а этот сейчас меня, наверное, минуснет, скорее всего. Блин, ну-ну-ну, вот видите, как он сыграл. Выкинул, если бы чуть-чуть. Ну, я, конечно, на автомате жму, потому что мне здесь мышкой не особо удобно направлять. Так, минус один, поехали еще разок. Ну, тоже, в принципе, здесь набивать до 300 можно свободно им. То есть, по сути, 6к апнуть можно. Я бы уже, наверное, и апнул. Хороший у парня ник. Четкий. Сразу дает понять, кто он. Так.
Вот он такой же бегает. Посмотрел я, кто там. Прямо по-любому на кого-то нарвемся. Нарвались мы, ребята, на лоха, еще на одного такого же, как я. Так, ну в таком случае, ну Динамайка, я не знаю, это за ним надо бегать, он будет. Не все портачить. Да запарил ты, иди нафиг. Облом, да? А меня там уже нет. Зря я пошевелился. Но тут без вариантов, десятка уже. Вот так вот. То есть тут тоже можно бегать. Но опять же, лучше бегать в команде. В команде он более такой, это, скажем так, соло им бегать, ну не знаю. Более командный игрок. Вот такой вот Пока у нас был сегодня на обзоре. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть. Ну, не знаю, на любителя. Честно говоря, это более командный игрок. Соло вы с ним... Тяжеловато с ним что-то вывозить. Против Шелли особенно там, либо других ближников, они просто его разбирают. Да, у него дофига отхила, но это не особо спасает. Все. Пишите комменты, что вы хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.